Открытие 6-й по счету нотариальной конторы в Бресте в первую очередь связано с обеспечением доступности оказания нотариальных услуг в густонаселенном Московском районе. Все существующие 5 контор в Брестском нотариальном округе расположены в центре города, а потому в целях удовлетворения просьб горожан сегодня двери новой структуры открыты для всех желающих. Мы готовы принять посетителей, у нас созданы доступные условия, удобное расположение здания, первый этаж в интересах, скажем, пожилых людей. И у нас очень удобно чем? У каждого нотариуса свой отдельный кабинет, что на сегодня соответствует мировым требованиям нотариата. Сегодня услуги нотариуса весьма востребованы. Компетентные специалисты составляют доверенности, оформляют наследственные права и различные сделки. Во второй нотариальной конторе Московского района запись на прием ведется по телефону. Попасть к специалисту можно и в формате живой очереди. По понедельникам, вторникам, четвергам прием будет вестись до 19 часов для удобства граждан и юридических лиц. Также будет прием вестись в воскресенье с 10 до 14, 4 воскресенья месяца. И суббота тоже рабочий день с 8 до 16. 3 нотариуса, заведующий и консультант. Штат сотрудников открывшейся конторы небольшой, но качество, оперативность и доступность оказания всех видов нотариальных действий здесь гарантируется.